нас с 23 числа по 25 число проходил финал области по волейболу среди женских команд 2005-2007 года рождения. Значит, почему он состоялся в городе Гай? Это была моя инициатива, чтобы наши как-то волейболисты посмотрели, наши тренера как-то поучились, потому что уровень девчонок, занимающихся вот в этих командах призеров, очень сильный. И все-таки у меня такое стремление, как у детей спортивной школы, чтобы у нас такие же команды девчонок были.